Фотосессия не к месту. Фотография туристки на фоне концлагеря возмутила пользователей сети. Аушвиц или же Освенцим – это лагерь смерти. Здесь более миллиона человек были сожжены в газовых камерах в 40-х годах, кожи из которого сделали музей памяти. На фотографии на фоне лагеря сидящая девушка радостно позирует на камеру. У очевидцев опубликованный пост тут же вызвал море негодования, а официальный аккаунт музея ответил, что посетители должны помнить и быть почтительным в месте, где убили миллион человек.